Хильда не сказала, но у нее талантливый муж. Иосиф, пожалуйста, ваша очередь. Стих второй, там, пожалуйста, трек включите. Такая замечательная пара. Кроме того, ее дочь, их дочь, тоже прекрасно рисует. И здесь ее работа, она тоже моя ученица. Вот такая талантливая семья. Пожалуйста. Авром Суцхавер, стихи из дневника, стихотворение 15, перевод Сидыша. Кто останется, что будет, будет ветер дуть, и приданное слепое сгинет не вернуть. Пеной лентой знак оставит море на песке, будет облачко качаться в дреме на сучке. Кто останется, что будет, будет верный слог, предок будет разрыхлять вновь земли клочок. Скрипка роза расцветет в честь себя самой, будут розу понимать травы до седьмой. И одна звезда из всех миллиардов звезд упадет в слезу одну из всех в мире слез. Капля винная в кувшине будет на стекле. Кто же будет? Будет Бог. Мало ли тебе. И стихотворение «Не заблудись». Перед жизнью множество дорожек. Каждая приводит в край другой. Каждая злой, доброй или судьбой в марафоне зиме лет стать может. На дорожку под названием «Страх» не ступай, мечтам на ней не сбыться. С верного пути лишь бойся сбиться, а сомнения догорят в кострах. На ночных привалах вечный путник, по стезе привычка не броди. Топкие болота впереди и в трясину зазывают лютни. Холода вселенские одни, там, где ждут услад без перерыва, и зияет пустота обрыва, на тропу порог не выходи. Вдоль нее так призрачны чертоги, удовольствий неземных и нег. В никуда останови свой бег, жизнь моя, не заблудись в дороге. Вы видите, какие талантливые люди у нас есть. Не только рисунок. Творим еще что-то прекрасное. И кроме этого, здесь есть одна потрясающая, потрясающая женщина. Она моя подруга. Я этим горда. Алла Габриэлов. Она профессиональная певица. Она сегодня для вас споет что-то прекрасное и расскажет, что споет. Потому что я точно не знаю пока. Пожалуйста.